Всем доброе утро, ребят. У кого день, у кого утро, только после вчерашнего ночного бравла задротства. Только проснулся, в общем, поехали посмотрим, что там за акции у нас есть сегодня на сервачках. Может, что-то интересное завезли. Dark Mach Pack. 100 баксов за четверть героя. Ну, они вообще уже... Они в надежде на то, что кто-то будет... Ну, хотя, я думаю, англичане еще берут это, но... Я вообще смысла не вижу. Все равно дешевеет. Бессмысленный донат. И герой, в принципе, бессмысленный. Если бы он был там мега-имбовым, это да... Но последние герои что-то вообще ни о чем. Так, трата пакета накопления. Ну, такое себе аккумулейшн. 100 божества, блин. Неплохо. 4 карты. Пыльца. 200 штук. Еще этих за 3. Ну, неплохая тоже тема. Кемики можно забрать. И 10 монеток для бездоната. За схемой, ребят, очень-очень. 1 плюс 1, спринтпак, хомкамин, фонарики. Так, выращивание призов. Больше ничего такого я не вижу. Дискаунт, поехали посмотрим. Ну вот, 10 монеток и отсюда взять 2 карты. Классная тема, вот то, что на английском есть возможность так менять, то есть выполнять задания и получить так. Что тут еще есть? Сумки на лисицу. Ну реально, можно забрать офигенные темы, я вам скажу. Такс, остров. Ну остров, судя по всему, тот же, да, в острове ничего пока не меняли. На следующий остров станет герой собираться за 2000 где-то пыльцы. Не за 4, там 500, как это обычно идет, а за 2. Ну, так обычно они делают. Так, хорошо. Тут все понятно. Поехали на русский сервер. Чекнем, что у нас на русском сегодня, что у нас среда. А сегодня никаких битв гильдии нету. Можно отдыхать. Хотя и битву гильдии, честно говоря, думаю, многим тоже лень уже проходить. Бессмысленная трата. Ну, хотя, в принципе, 5 минут это такое, но эти кулаки, они нафиг не нужны. Так, базар, выгодный набор, специальное предложение, счастливое число, кузница. А ну, зайдем в кузницу. Берсерк, 200к, я офигею. Раньше это... О, нифига себе. Нифига себе, что на русском творится, ребята, да, это вообще офигеть. 1500 камней, сундучки 6, 4, 3, а 5 нету. Блин, заберу апекс камни, пусть валяется. Спустя 3 дня на русском сервере запустили. Так, магазин скидок, нифига себе, 10-й психощит, ребят, всего лишь за 5000 самоцветов, обновить 4500. Ну, он тоже нафиг не нужен, но... Так, одна карта, смотрю. Ну, такое. Блин, мне надо сменка на этом здесь выпала. На немке сменка нужна. Дерево желаний даже есть, нифига себе. Еще бы, знаете, еще бы сюда подвезли... сундуки, которых уже нету месяц после прошлого прокола. Блин, ну вот здесь, конечно, они... Ну, конечно, хотя бы дают донатную карту, но в 3 раза меньше монет. Четвертое, 666, но это, конечно, кастродерево конкретное. То есть они его просто убили. Ну, относительно, в принципе, карты, монетка, они того стоят. Допустим, с первой, если брать, то, конечно же, карты и монетка, пыльца. Ну, пыльца ни о чем, а вот карты и монетки можно хоть как-то собрать.
Здесь синие тоже, в принципе, карта. Ну, с нее, как обычно, фигня какая-то упадет по расходникам. Тут такой вот вариант. Ну, а четвертый тут вообще дикость, однозначно, Апекс. Ну, я не знаю, если без донат. Эмблемки забрать там, сменки нафиг не, ну, сменки к следующему относятся, карта это, ну, с нее тоже фигня дроп, такой вот вариант. Ну, то есть, по сути, кастро дерево и реально половина, ну, относительно мусора за эти деньги, потому что можно получить намного больше халявы бесплатно, а тратить самоцветы, такое тоже, ну, такое себе. В общем, не особо радует. Дерево, фонтана этого нет. А что по рынку они скажут? Временные акции. О, по рынку такое себе все. Огник стал дешевле вообще. 5 баксов. Или 6. Накопление, как обычно. Ну, хотя здесь, смотрите, 6000 апекс. Камней, в принципе, неплохо уже. Берс в конце. Тоже такие себе плюхи. Но кастро дерево и фонарики на русском есть. Интересно, когда будут сундуки? Честно говоря. Так уже режут акции, что просто вот дальше некуда. Они поняли, видимо, что эта халява очень сильно большая и решили полностью урезать все нормальные плюшки. Как обычно, короче, ребят. Загрузка не удалась, возможно, вы не заплатили за это приложение. Ну и хрен с ним, не буду пока заходить на Тайвань. Все равно давно в этом делать нечего. Хотя не, надо будет завтра зайти в битву гильдии и пройти. Загрузка не удалась, возможно, вы не заплатили. Возможно. Такс, что у нас еще интересного есть? Поехали. Но самое интересное, наверное, на сегодня для меня сервак это немка, потому что здесь качается без донат. Так, что у нас есть? Hold the price. Будет у нас еще одна попытка? Нет, видите, попытки у нас нет. Значит, забираем. Ну, забираем 50к кулаков, что делать? Ну, считайте, 50к кулаков это мы забрали, блин, ну не знаю, 10 битв гильдии как минимум, а то, наверное, и больше, просто на халяву. Какой смысл бегать на битву гильдии? Вот. Бессмысленно. Вот плюхи, ничего себе, 5 мешков зефира, а что не целого сразу же дать? Хотя это немка. Здесь и так зефира дают. Так, ну тут у нас что-то, кстати, в последнее время очень печально фонтанчики начали завозить. Хотелось бы побольше и получше. Так, плюшки забрали. Найм есть. Что там у меня по квастикам? Надо будет сегодня тоже добегать. Да, выполнять. Ничего себе, 33 самоцвета еще на халяву заработал, видали? А, вчера у нас было 700, 1300, ой, каких 1300, 1100 самых получается, 400 и 700 на второй, сегодня у меня третий день челленджа нашего, посмотрим, сколько у нас там сегодня вылетит, ну, видите, вообще первый заход и без плюх, так, что по акциям, базар маркет я показывал вчера. Ничего больше такого интересного нет. Ну, на немке, видите. Халява вся после 11 приходит, не раньше. Так, ну-ка, я что сегодня выгоню? Не хотят, что-то вот реально мне здесь не прет на этот. На плюшке. Хотелось бы побольше самиков. Ну, хотя и так я уже накопил 4500 самоцветов. Это здесь рекорд вроде. Или нет? Не, мы что-то делали еще у нас было. Можно было бы, конечно, сейчас поделать кучу эволюций героям, как минимум, там две.
Ну, еще подзаработать 3. Но я пока не знаю, что-то не хочется делать эволюции, хочется подкопить и слить, наверное, под дерево, забрать скин на огника. Хочу прокачать вторую сборку на огника и, ну, конечно же, плюхи попробовать собрать, может, что-то будет. Но, конечно, было неплохо, когда на английском были сундуки. Плюс дерево, не знаю, здесь такое вряд ли будет, но там реально подфартило с этим. Так, сейчас космос зарядят и сольются нафиг. Нубасики, смотрите, как мои нубасики тащат. Ну, огник это, конечно, пушка, ребят. Прокачанный и хорошо огник решает 80% проблем аккаунта. Землеройка, как обычно, отлетела об отражалки. В общем, буду пробовать фармить. Не знаю, сколько у меня сегодня получится зафармить. Надеюсь, удачные будут заходы. Пишите комменты, ставьте лайки. Не знаю, на русском, честно говоря, дерево удивило, как обычно. Ну, хотя бы шарики запустили. Будем ждать шарики здесь. Все, всем удачи, всем пока.